Хоккейный клуб «Саров» начал выступление в новом сезоне высшей лиги с победы. 7-4 итог встречи с ХК «Старт». Однако затем в матче с лысковским «Торпедо» наши игроки потерпели досадное поражение. После неудачи «Саров» решил пересмотреть тактику, и изменение стратегии принесло результат. В игре с «Княгинино» «Саровчане» завладели преимуществом. К середине второго периода счет был уже 5-0 в пользу нашей команды. Правда, затем «Саровчане» немного снизили темп, и победить в сухую не удалось. Игроки «Княгинино» смогли немного отыграться. Хорошая команда, молодежь, у них свои воспитанники, у них три легионера снижены, остальные все свои княгининские. Молодая команда. Я думаю, что мы в том году в сезоне проигрывали дома у них. То есть достаточно хороший коллектив. Начало сезона, посмотрим. Прошедшая игра была своеобразным дебютом нового саровского вратаря. Вместе с Дмитрием Безруковым наши ворота защищал Артем Кельин. В прошлом году он закончил хоккейную школу. За плечами молодого человека пока мало практики, но много сил и игрового задора. Немножко его подколачивал, конечно. Ну, в принципе, в целом, ничего, были моментики, где хорошие моменты подтащил. Посмотрим, работа над ошибками всегда проводится после игр, видно будет. Следующую игру «Саровчане» проведут на выезде. В Кстово они встретятся с принципиальным соперником. А 3 декабря наши хоккеисты приглашают болельщиков на домашний матч с Павлово. Начало в 13 часов для лиц старше 12 лет. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».